Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. Всем привет! Меня зовут Максим. Живу в городе Алексин. Привет-привет! Я Ариана из Ханты-Мансийска. Наступило лето, время каникул и отпусков, а еще и пикников. Многие выбирают активный отдых на природе, но и тут не стоит забывать о правилах безопасности. Особенно при разведении костра в лесу. С самого раннего возраста взрослые должны прививать детям любовь и бережное отношение к природе. В пожароопасный период в лесу запрещается разводить костры. Сжигать мусор, траву, листву и другие предметы. Разводить костры для приготовления пищи. Оставлять бутылки и стеклянные осколки. Если вы гуляете по лесу, взрослым запрещается курить, бросать горящие спички. Запрещается мусорить и оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. При их воспламенении может произойти быстрое возгорание и пожар. Самостоятельно потушить такой пожар будет очень сложно. За несоблюдение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Костры могут разводить только взрослые в специально оборудованных местах. Место для разведения костра должно быть очищено от сухой растительности и находиться вдали от кустарников и деревьев. Нельзя разводить костры без надобности или при сильном ветре. У места разведения костра необходимо иметь запас воды и песка. Запрещается оставлять костер без присмотра. Уходя, надо обязательно полностью потушить костер. В итоге, не разжигайте в лесу костер без надобности. Берегите себя и природу. Как правильно перевозить детей в автомобиле? Мой сценарий посвящен этой теме.